Северской центральной районной больнице начали капитальный ремонт корпуса детского инфекционного отделения. Помещение давно нуждалось в масштабном обновлении. В здании 1959 года постройки проводили только текущие ремонты. А вот капитального не было еще ни разу. Наконец-то долгожданный ремонт. Мы его очень долго ждали. И мамочки просили, которые находились здесь. Требовался капитальный ремонт больницы. В этом году мы начали этот ремонт. Рабочие уже начали менять кровлю и проводить демонтаж штукатурки. Заменят практически все. Системы отопления, водопровода, электропроводку, сантехническое оборудование. Поменяют окна и двери, отделку стен. По сути, от прежнего здания останутся только стены. Работы начались, график не укладывается. Строителей мы знаем, постоянно с ними на контакте. Также заключили контракт на экспертизу, для того, чтобы все работы были сделаны вовремя и качественно. Работы планируют завершить к 1 мая 2023 года. Конечно, на столь долгий срок нельзя оставить пациентов без врачебной помощи. Сейчас их направляют в другие лечебные учреждения. На сегодняшний день инфекционные больные дети, которые к нам попадают, у нас есть 8 коечек для нас, которым нужно будет экстренно оказывать помощь. А так у нас маршрутизация рассчитана на Абинский горячий ключ. Капитальный ремонт проводят за счет средств краевого бюджета. Его стоимость составит 17,5 миллионов рублей.